Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Как радоваться и веселиться во время поста? И мы будем отталкиваться с вами от следующих текстов. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих, и книга Второзакония, 28 глава, 47-48 стих. Итак, прочитаем сначала текст из Евангелия от Матфея, 6 глава, 16 по 18 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Давайте посмотрим, какое истолкование нам предлагает святитель Иоанн Златоуст. Это его гомилия на Евангелие от Матфея. «Здесь подобает нам тяжко выстенать и горько воем плакать, ибо мы не должны подражать лицемерам. А мы не только подражаем лицемерам, но и превзошли их». Что имеет в виду святитель Златоуст? «Я действительно знаю многих, которые не только когда постятся, показывают это, но и совсем не постясь, принимают на себя лица постящихся. И в оправдание приводят нечто худшее самого греха. Например, они могут сказать: я делаю это, чтобы не соблазнить других. Что ты говоришь? Поститься повелевает тебе закон Божий, а ты соглашаешься на соблазн? И неужели ты думаешь, что, соблюдая этот закон, ты соблюдаешь, а приступая его, не делаешь соблазна? Что может быть хуже такого пренебрежения? Неужели ты хочешь быть хуже лицемеров, допуская лицемерие вдвойне?» Действительно, другое дело, если человек, например, прямо говорит, что он не постится. Тому могут быть причины, по церковным законам у нас не постятся больные люди, у нас не постятся заключенные, у нас не постятся военнослужащие, и у нас не постятся беременные женщины и кормящие грудью матери. Но при всем при этом, даже если человек очень серьезно относится к посту, он не может исполнять заповедь о постах, о молитвах, об общественном богослужении без радости и веселья. Это запрещено. Смотрите, о чем говорится в книге Второзаконие, 28 глава, 47-48 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде и жажде и наготе, и во всяком недостатке он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучает тебя». Здесь не говорится, что этот человек не служит Богу. Он служит. Но без радости и веселья.
И кто-то может спросить, а какая радость и веселье соблюдать пост? Какая радость и веселье от длительных служб, от частых библейских занятий и так далее? Какая радость и веселье? Обычно радость и веселье связываются людьми с какими-то серьезными благами. Например, радуйтесь и веселитесь, ибо ваше Царство Небесное. Ну как тут не порадоваться? А если мы постимся, молимся, что может являться источником радости? Награда за исполнение заповедей, я часто касаюсь этой темы, возможность исполнять заповеди. И это источник радости и веселья. И если ты соблюдаешь пост, то награда за соблюдение поста – сама возможность поститься. Если ты изучаешь закон Божий, Священное Писание, то награда за изучение Божественного закона – сама возможность изучать закон. Или когда ты читаешь Евангелие, разве ты не испытываешь радость и веселье от этих удивительных слов? Ведь само слово «Евангелие» означает «благая» или «радостная весть». Что ж ты со скучным лицом читаешь текст, который должен приносить точно радость и веселье в твое сердце? Господь говорит, радуйся. Еще раз говорю, радуйся. Апостолы говорят, радуйтесь. Христос говорит, не бойся, не бойся. И действительно, когда мы идем этой стезею, как сказано, стезя праведных светлеет и светлеет день ото дня до полного рассвета. И избрав этот путь, эту стезю, по которой нас ради человека, нашего ради спасения, уже прошел наш Спаситель, будем благодарить Бога, что мы родились в православной стране, что наши наставники, родители, бабушки, дедушки были православные русские люди, что в детстве нас крестили, в детстве нашем мы изучали молитвы, что родились от венчанного брака. Всегда можно найти много причин для радости и веселья, но это не кричащая радость и не визгливое веселье. Это та тихая, нечаянная радость, тот свет невечерний, который, коснувшись нас, сообщает нам, еще живущим на земле, о радостях вечной жизни во Христе и со Христом. Берегите себя, братья и сестры. Храни вас Господь.